Здравствуйте, здравствуйте. 31-й тур Мелбет первой лиги стучится в ваши дома. Это набережные Челны, это стадион КамАЗ. Здесь играли в футбол, в том числе и на высшем уровне. Ну и уводит эта история нас далеко в 90-е годы. Главный тренер КамАЗа Владимир Кванцак только что также был вашему вниманию. Ну и вот эта живописная встреча начинается. Длинный вынос на чужую половину поля. И это может быть выход на ворота соперника. Щербатюк, удар слишком слабый. Александр Щербатюк неожиданно получил подарок, но, видите, не готов к этому оказался нападающий КамАЗа. Какая возможность уже на третьей минуте игры? А вот что дальше, тут непонятно. И в матче тоже непонятно, что будет дальше. Гаглоев, падение чисто было сыграно. И ничего себе, два раза расчертили собственную штрафную передачами низом футболисты Шинника. Здорово раскрутился Зеньков. И по штрафную. И вот это может быть момент. Чуканов попадает в перекладину. На добивании не везет ярославцам. Там Дмитрий Самойлов был. Снова Гаглоев. И рядом со штангой проходит мяч. Снова Александр Щербатюк. Был на ударной позиции. Второй момент для Щербатюка. И как здорово здесь все сделал 11-й номер команды Александр Гаглоев. И вот как раз удар Осипова. Здорово. Над перекладиной. Это было опасно. Вываливается атака челнинцев на штрафную ярославского Шинника. И снова Гаглоев ищет продолжение. Ищет всеми силами. И вот момент, кажется. Вот момент для удара. Продолжится атака. Это все тот же Гаглоев. Отдает мяч голкиперу соперника. Денис Вамбольд. И можно продолжать. Александр Гаглоев с мячом. Все опять через него. Передача низом. И автогол. Автогол случается в этом матче. И снова все приходит из активности Гаглоева. В какой-то момент, честно говоря, стал казаться, что он играет один. Ну, может быть, этого было достаточно. По крайней мере, для того, чтобы забить первый гол в этой встрече. И заброс обратно в сторону Романа Емельянова. Вот момент, может быть. Осипов пытался пробить. Ох, момент. А мы еще раз посмотрим, как это было. Момент у Емельянова. Вместо удара он предпочел передачу на Осипова. КамАЗ отбивается. Кулешев. Можно продолжать. Удар по воротам. И еще один добивание. Спасает свою команду Алексей Мамин. Воецкий хватается за голову. С двух попыток Шинник не смог отправить мяч в ворота. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Передача Кулешева. Дальше удар по воротам Маминова. И КамАЗ неожиданный подарок получает. Атака продолжается и можно забивать второй гол. Был для этого шанс у КамАЗа. Это Данила Шамкин оказался на ударной позиции. Подача. И тут Гаглоев. Гаглоев. Это опасно. Гаглоев. Удар по воротам. Заблокирован. И контратака сразу же. Емельянов медлит. Ой-ой-ой. Ничего себе. А тут и офсайда нет. Гаглоев. Мяч катится в створ. Ничего себе. Вот эта концовка. И как будто сам Александр Гаглоев его выбил из ворот. Семейкин. И вот это ключевой момент этого матча. И спасение Мамина. Сами придумали момент на свои ворота футболисты КамАЗа. На ровном месте буквально выросла эта атака. Атака, которую прервал голкипер хозяев. И нет офсайда. Вот это момент, самой концовкой, несогласованные действия защитников и спасение Алексея Мамина. На последней минуте игры. И все, финальный свисток, 1-0, КамАЗ побеждает. Единственный мяч в этом матче в свои ворота отправил Евгений Осипов. Несчастный случай.